Здорово, народ, с вами Варчик. И снова стартует рубрика про тактики на картах. В этот раз мы посмотрим все карты и будем разбираться на них, что, куда, как ехать, где перекатки, куда стрелять, прострелы, основные позиции, основные направления и направления, которые не стоят внимания. В целом, просмотрев эту рубрику, вы будете понимать, что из себя представляет карта и как быть на ней эффективным, чтобы выиграть. Игра в этом году сильно обновилась в плане карт, и поэтому нам нужно снова пройти этот путь, что-то вспомнить, что-то добавить новое, а где-то целая карта новая. Поехали! В этом выпуске мы будем разбираться с картой Штиль. Условно ее можно разделить на три части. Это центр, место, где все СТшки, быстрые тяжики и ЛТшки играются от башни. Рыбацкая деревушка, леса и гейзеры. Фланг, на котором в основном играют неопытные люди, которые просто там отбывают время в надежде, что им повезет пострелять по чужому засвету. Ну и разрушенные корабли – это направление для тяжелых танков. Проблема этого направления в том, что можно не доехать до него. Давайте же по отдельности разберемся с каждым из этих направлений и также еще разберем ключевые позиции для ПТ на базах и как куда правильно ехать. Начнем с центра карты и нижний респ. Просто прямо на него едем, на чем туда ехать? На СТ, на ЛТ, на быстрых тяжах, на башенных СТшках, тяжах. Все туда едем, это самая главная, самая основная, самая ключевая позиция на карте. Туда почти все едут, кто хочет победить и что там нужно делать. Приезжаем туда и не сильно вылезаю на самую гору, аккуратно от башни подсвечиваем перекатку врагов. Там будут ехать тяжелые танки и в принципе их можно не только подсвечивать, но и от башни стрелять, убивать. Также здесь будут с другой стороны этого холмика на центре враги, которые тоже будут пытаться делать то же самое, что и вы. Поэтому нужно действовать аккуратно. Также не стоит сильно залезать вправо наверх, потому что по вам будут стрелять ПТшки с базы, если вы сильно вправо вверх вылезете. Также еще не забываем, что в игре есть арта, которая тоже по вам может стрелять. Ну и на первой минуте, как обычно, может какой-нибудь псих на ЛТ попробовать заехать наверх корабля. Чаще всего это заканчивается тупо смертью на первой минуте. Это очень шикарная позиция тем, что сюда можно безопасно доехать и также можно безопасно уехать, поехать помогать либо тяжелым своим танкам, либо вернуться на базу вдоль красной линии. И там дальше либо дефиться, либо ехать добивать врагов, если это победа, на другой фланг. Все очень просто, приезжается, уезжается, эффективность этой позиции крайне велика. На центре есть еще трещина, камни и такая возвышенность со стороны деревушки. Честно говоря, не рекомендую использовать эти позиции. Чаще всего на них невозможно никуда вылезти, чтобы эффективно себя реализовать. Там только получаешь урон и больше ничего. С верхнего респа все то же самое. Тоже прямо сюда едем, играем от башни, подсвечиваем перекатку тяжелых танков, играемся от башни с оппонентами, которые приехали с другой стороны, делают то же самое. На первой минуте зацеливаем чувака, который, может быть, понесется наверх на корабль. И сильно не вылазим, боимся ПТшек и арту. Также отсюда очень легко уехать через фланг для тяжелых танков. Либо же просто поехать можно и помочь тяжелым танкам, если вы чувствуете, что это необходимо. Это, наверное, самая эффективная позиция на этой карте с обоих респов. Я, наверное, 90% времени провожу на ней практически на всех танках. Но давайте заглянем и на другие фланги, на которых я тоже бываю иногда. Есть такой замечательный фланг на этой карте, там где рыбацкая деревушка, езеры, лес, там гора и одна тропинка, в которой есть дырки, в которые могут вас простреливать. Так вот, что оно из себя представляет? Вы туда едете, никогда в жизни не знаете, что впереди вас ожидает, кто за поворотом будет. И плюс еще вас могут зацеливать ПТшки, и вы можете спокойно получать в дырки в бочину. Таким же самым образом через эти дырки вы можете накидывать вниз, если вам кто-то посветит. Получается, что этот фланг, если ехать вокруг по серпантину по дорожке, представляет из себя рулетку. Повезет, не повезет.
Поэтому я это не использую никогда. Там еще есть рыбацкая деревушка, которая находится сбоку от центра. Она не играбельная вообще, потому что она простреливается отовсюду. Поэтому я ее не использую вообще никогда. Разве что в конце боя, если я несусь кого-то добить, я могу там проскочить мимо. И возле центра есть такой большой корабль разваленный. Его можно использовать очень редко, если вы на каком-нибудь жирном тяже хотите там поддавить и сбоку пострелять в центр. Что тоже очень рискованно, там простреливает в трещину арта, и в целом вы там будете один. То есть эта часть карты в целом, она как рулетка, повезет не повезет, поэтому я вообще никогда там ничего не использую и не еду туда в целом никогда. Я за стабильную игру и стабильный результат, держу в курсе. Следующее направление — это для тяжелых танков. Здесь самое сложное — туда хотя бы просто доехать, потому что чуваки на центре все от башни светят и убивают. Поэтому единственное, что мы можем сделать, максимально ехать по красной линии. Даже не вздумайте куда-то там заворачивать ближе к центру и объезжать камни не со стороны красной линии, а со стороны центра. Но здесь у верхнего респа, на мой взгляд, есть преимущество, поскольку есть еще один путь, по которому можно доехать до своего места назначения, до кораблей, где мы будем бодаться с вражескими тяжами. Мы можем доехать до камня, который находится со стороны центра, от него доехать до центра и вдоль центральных бугров и скал доехать направо к своим тяжелым танкам. На нижнем же респе, где по симметрии должен находиться точно такой же камень, находится какая-то лодочка, которая мало того, что низкая, как укрытие, ничего из себя не представляет. Поэтому нижний респ, в моем понимании, имеет небольшой недостаток в плане перемещения тяжелых танков. Ну а когда мы туда добрались, если мы медленные, то мы в самом начале занимаем позицию и бодаемся с вражескими тяжами. Если мы побыстрее, то мы можем заехать за более дальние укрытия и там точно так же от бортика бодаться с вражескими тяжиками. В принципе, все. А там дальше кто победил, тот и молодец. Но если вы выиграли фланг тяжелых танков, но бой проигрывается, скорее всего, вам придется здесь защищаться, дефиться до самого конца. Поскольку поехал вперед, вы выйдете в открытое поле. И там действовать нужно уже по ситуации. Ну и наконец, точки, с которых можно покемперить. С каждого респа их пару штук можете занимать. В начале боя зацеливать центр, там все время какой-нибудь простофиля пытается заехать на первой минуте на гору. Можете ему с первой минуты зацелить и показать, куда надо заезжать. Ну а в целом позиция с верхнего респа на F8 мне нравится для покемперить больше всего. Она самая защищенная, в ней очень много прострелов на всю карту и играть там просто офигенно. Бывает, станешь просто на скорпионе, 5 косарей с точки, тык-тык-тык, и все. А вот что касаемо нижнего респа, ну что-то как-то там небезопасно. С верхнего как-то поудобней. Но позиций больше нигде нет, выбирать не приходится. Приходится играть там. Лично для меня карта Штиль очень приятная и одна из моих любимых карт. Я ее люблю, я ее очень легко понимаю. Мне нравится этот активный геймплей на центре, я могу практически на любом танке туда поехать, а если хочу покемперить, всегда есть F8, сталтом и кемпери. Ну и снизу тоже есть где постоять, но там не столь приятно, но больше негде. И больше всего мне нравится на этой карте то, что тут нету такого, как на большинстве карт World of Tanks, посередине что-то большое и неиграбельное. Вот мы и познакомились с картой Штиль. Удачной вам игры. Если хотите продолжение этой рубрики, а я считаю, что ее нужно продолжать, поскольку будут появляться новые карты уже буквально в следующем патче. И чтобы продолжить эту рубрику, мне нужно всего лишь от вас лайки, комментарии, ну и конечно же репосты, куда без них. Если я увижу от вас желание продолжать эту рубрику, я с удовольствием ее продолжу. Поскольку времени уходит на создание такого видео гораздо больше, чем на обычный видосик. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!